Так, прежде чем отсюда уйти, я хочу тут все обыскать, наверное, или нет? А, судя по этому сундучку, да, я хочу здесь немного побегать. Потому что я до сих пор не нашел одну очень классную штучку, которую я хочу найти. И которая, блин, уже DLC, по-моему, заканчивается, а я ее так и не нашел. Похоже, дождь собирается. Кажется, дождь собирается. Кажется, дождь собирается. Здесь закрыто. Там меня не пускают. О, тут открыто. Посмотрим, что здесь. Здесь сундук, в котором лежит... Ничего. Нет, по-моему, здесь нет лута. Хотя нет, только что же был сундук с лутом. В доме я точно не буду ходить. Скорее всего, в доме я же уже даже был в доме отчасти. Думаю, меня не впустят на самом деле. А, пустили? Блин, ну нет, я сомневаюсь, что в доме что-то есть. А здесь может быть, потому что я здесь не везде походил. Как минимум, вначале я сразу же потрогал лампу и меня телепортировало. Ну как это? Начался катсцена. Но я здесь не ходил нигде. По-моему, здесь ничего и нету. Не знаю, наверное, можно уже уходить отсюда. Так, нам надо что сделать? Встретиться с человеком Ольгерда в алхимии? Это, наверное, уже last миссия. Прежде чем туда идти, я хочу кое-что сделать. Хочу отсюда выйти. Где тут дырка? Только что видел ее где-то. А, вот она чуть дальше, с этой стороны. Может быть, я, кстати, ошибся? Я сейчас кое-что проверю. Мне просто кое-чего не хватает, а именно вот этой штучки, серебряный меч, который называется. Да, мне не хватает меча. Школа змеи. И поскольку сам доспех, доспех у нас есть, и мы нашли его по квесту с желанием, вторым желанием, с домом какого-то там чела, забыл, как его зовут. И там нам дали чертеж полностью доспеха всего. Также по этому же квесту в конце нам дали стальной меч школы змеи. Но нам не дали нигде серебряный меч школы змеи. Я думаю, что он должен был быть тоже по этому же квесту. И единственная вещь, которая у меня по этому квесту осталась, это... Где она теперь находится, не знаю. В общем, это статуэтка, которую мы выиграли на аукционе. Она где-то тут была. Справа, что ли, или слева? Нет, это, наверное, не вещь для задания. Вот она, наверное. Статуэтка графа Рамилы. И когда ее представляли, сказали, что внутри нее что-то есть. А что у нас может быть внутри? То есть, ну, очевидно, первое это деньги. То, что ее использовали как копилку. То есть, если мы ее разобьем, то мы получим деньги. Либо в нее можно положить, например, бумажку. А бумажка это может быть чем? Правильно, чертежом. То есть, возможно, в ней лежит чертеж. Только вопрос, как ее открыть. Я не знаю. Наверное, немного подумаю, как ее сейчас открыть, что можно вообще с ней сделать. И вернусь. Так, мне пришла первая идея в голову, как открыть эту штуку. То есть, что нам нужно, чтобы она открылась? Надо ее разбить. Чтобы она разбилась, надо что сделать? Правильно, скинуть ее сверху. Потом я стою на маяке. Где эта штука? И надо ее бросить.
И сейчас мы ее... Она не выбросилась? По-моему, я видел. Нет, она выбросилась. Вот ее здесь нет. Нет, она здесь есть. По-моему, я не могу предмет сбрасывать вниз. Так, не упасть бы самому. Сохранюсь, пожалуй. Так, отсюда я могу ее сбросить? Она упала? Или она снова здесь лежит? Но подобрать ее не могу, по-моему, она упала. Хорошо, ладно. Глупая идея, но у меня есть еще одна идея. Еще более глупая, но... так, на Мике я это делать не буду. Еще, кстати, как-то странно, я пытался призвать лошадь, а у меня почему-то лошадь не хочет призваться. У меня, по-моему, плотву украли. Или она обленилась. Сейчас еще попробую. Может, баг какой-то был. Так, плотва. Нет, я не могу лошадь призвать. Так, ладно, хорошо. Бросаем эту штуку теперь здесь. Так, и что нам надо с ней сделать, чтобы открыть ее предмет? Нам надо ее разбить. Поэтому... Так, и еще вот так я хочу попробовать. Так, и... А, у меня еще есть одна идея. Я помню, где-то в Новиграде, по-моему, здесь вроде где-то был торговец, который покупал у нас какие-то штуки, что ли. Я уже плохо помню. Я попробую здесь поискать, может, найду. Может, он мне что-то подскажет, что с ним делать. Кстати, немножко о плотве. Вот вы видите плотву? И я не вижу. Она есть. Вот она, плотва. Куда ты идет? Куда она идет? Лошадь, что с тобой? Почему ее нет на миникарте? Почему она куда-то идет? Плотва, а? Ты куда? Она куда-то реально идет. Лошадь, ты чё? Да все хорошо. По-моему, с плотвой что-то стало. Она, по-моему, призрак, в нее кто-то вселился. Не настоящая плотва. Она реально, она куда-то идет. По-моему, она стала разумной. Плотва, вернись. Я тебя как-то обидел. Не уходи. Ладно, хорошо, но я нашла покушать, я понял. Так, я не могу пока найти чела, которого я здесь хотел найти. Я забыл, где он тут был. Что-то совсем странное происходит. Тут реданница. То ли у него ног нет, то ли он низкий, то ли... Опять кольчуга заржавеет. Под землю прошелся. Плотва по-прежнему не отображается на карте. Так, я нашел еще челов, которые тут сжигают книги. И, по-моему, я нашел того, кого я хотел найти. Вроде не уверен, что это он. Но вроде бы это был он. То есть вот его я искал. Приветствую еще раз. Ну так как? Интересуют тебя памятные вещицы, оставшиеся от мага Аэрамоса? Они еще продаются. Он что-то с магом. Нет, это не он. Видимо, какие-то другие вещи. То есть я запомнил с ним какие-то вещи, но были связаны. Походу, это были вещи мага. Блин, у меня все вещи были. Но я пока не знаю еще, кому можно сходить. А, ну тогда я подумаю еще. Пока я не уверен, что еще можно придумать. Так, я шел еще в одно место, но тут я нашел какой-то квест. Микро, я так понимаю. Что тут делается? Который я пропустил. Не ваше дело. Кажется, вам нужна помощь. Ну, это очередной мелкий квест. Ну, если по правде, то нужна, конечно. Тварюги какие-то у нас в сарае завелись. Мы их внутри заперли, только ведь это ж ненадолго. И беда нам будет, как они высвободятся. Мы не богатеи какие, но если вы эту гнусь перебьете, мы заплатим. Я попробую помочь. Мы вас впустим в сарай, а как все кончится, дверь откроем. Здесь надо стальным мечом убивать. Быстрее, я хочу заценить свою лопату. Они же выберутся!
Гули. Ну, гули это серебряный вроде бы, да. Эх. Может, все равно надо остальное достать? Ну, гули в замкнутом пространстве, конечно, такое себе. Большим количеством, тем более. Все кончилось. Открывайте дверь. Тела. На них-то гули избежались. Еще не откроют мне. Нет, уже открыли. Так, вообще я сюда приехал по другому квесту. У вас что, кладбище в сарае? Нет. А и чего вы спрашиваете? Я нашел останки нескольких тел, на них трупоеды избежались. Это бандиты были. Походу, они деньги с нас сдирали, мы еще терпели. А как они ягусь в сарай потащили, тут вы не выдержали. Ну, навел их, и... а как все кончилось, сами видите. В следующий раз, когда кого-нибудь убьете, тела закопайте, глубоко. Эти тоже нужно отсюда вынести, иначе опять трупоеды сбегутся. Так и сделаем. Спасибо, сударь-ведьмак. Работа сделана? Так точно. Вот ваша плата. Спасибо за помощь. Будьте здоровы. Один. Так, вообще я не к ним пришел, я пришел к невидимой лошади. Плотва, ты где? За что мне невидимая лошадь, блин? Просто за что? И тут торговец? Что происходит? Что у меня с игрой? Никого нет, игра. Какие призраки? Что началось-то? Плотва, ну ты серьезно? О, наконец-то. Откуда ты появилась? Ладно, не буду спрашивать. А, так, я хочу вот сюда вот. Тут цирк, по-моему, был. Там женщина была. А, стоп. Вот это уже цирк. Показался он дальше. Да, это он. Может быть, женщина, которую мы нанимали в ограбление, здесь осталась? Но, по-моему, ее не видно. Она же убежала. Работу-то она свою сделала, может, мы можем ей заплатить? Нет, игра не настолько продуманная. Но в любом случае, я хочу здесь полутаться. Вряд ли тут что-то есть, навряд ли тут есть чертеж моего меча. Потому что это был, по идее, выборочный квест. Но ее тут нет. Ладно, ну кто-то убежал, видимо. Совсем далеко спряталась. Ты кто? Прошу, прошу. Может, сыграем в гвинт? Давай. А не хочешь мне случаем чего-нибудь продать? Товар не волк. В лес не убежит. Карты тоже. Это DLC, что ли? Ну что, будем спорить или сыграем в гвинт, а? Мне кажется, не там ты ищешь свое призвание. О, откуда такие выводы? Потому что вместо того, чтобы расхваливать свои товары, ты все время болтаешь о гвинте. Да. Так и есть. Может, сыграем? Да. Я, кстати, наверное, сыграю с ним не... Ну, это, блин, обычный игрок. Но я сыграю все равно с ним. Ну просто что? Я хочу протестировать Артичку. Свои две новые карты. Да, да, да. Жабу меня и крову. Не надо. Поскольку это такой мелкий торговец, то, скорее всего, с ним легкий бой. Я хочу как раз-таки поэкспериментировать с колодой чудовищ. А которая, я не знаю, собрана ли у меня тут нормально или нет. Вообще, зачем мне кладбищенская баба здесь? Что она делает? Ничего, иди отсюда. 22 карты надо минимум. Вообще, я бы больше взял, потому что у меня же вампиры почему-то тут недособраны. А вампиров я бы дособрал, на самом деле. То есть, вот этого вампира и второго вампира. Так, главоглазов я не хочу. Я хочу, во-первых, корову, во-вторых, жабу. Тебя, а Гюнтера надо с этими штуками, но у меня, по-моему, одна эта штука, поэтому я не буду его брать. Что у меня по другим картам? Шестерка зачем-то, ну ладно, шестерки это окей, еще это Кейрон у меня есть, шпион,
Весемир шестерка тоже. Как-то мало легендарок, очень много погоды. Зачем мне столько погоды, блин? Мне, видимо, здесь нечем выигрывать. Чучело у меня зачем-то, ну ладно. А абилка у меня какая? Абилка, которая... Это не абилка. А, лидер мне нужен. А, верните карту из вашего отбоя в руку. Блин, вообще не уверен. Может быть, корова, если только... Я просто не знаю, что с коровы выпадет. А, сбросить две карты и возьмите из вашей колоды одну карту по выбору. Добавит силу всех ваших рукопашных отрядов. А, возьмите из вашей колоды любую погодную карту и сыграйте ее немедленно. Блин, вот это выглядит круче всего. Пассивная способность. Добавит силу... Не-не-не. Ладно, пусть будет этот. Хорошо. Так, поехали. У него... О, у него есть еще и зеленый, это супер легко будет. Так, один вампир есть, и нету других вампиров. Это и одна ведьма. Это очень круто, потому что я не добрал лишних карт. Я, пожалуй, все оставлю. Так, как оставить отмену, да? А, откроюсь беса, прикрою всех своих маленьких существ. О, он сам открылся шестерки, то есть у него нету казни, скорее всего. А, хочу ли я начать как-то разводить его... На что-нибудь. Наверное, пока просто поиграю легендарки. Я смотрю, что у меня есть какие-то крутые карты, но... Ой, кстати, вот это было сейчас бы опасно. Сейчас бы я своих милишников тут разыграл бы. И ККшечка им бы пришла. Но вообще, я, наверное, планирую выиграть первый раунд. Поэтому... это что-то новое? Я помню эту карту. Уничтожает самый сильный осадный отряд. Это, кстати, супер опасная карта. Это надо запомнить, то, что у зелененьких есть такая карта, потому что я-то играю с синей декой, у которой только дальнобойные отряды можно уничтожить. Блин, хочу себе такого. Но он, к сожалению, я так понимаю, тоже зеленый. А Ширу, мечи на пол, иначе я расширю девке улыбку. Ширу, расширу. Ладно, леший. Отдаст мне раунд? Блин, я забыл, что у меня билка делает. А, да, воскрешает. Вспомнил. Можно рискнуть поставить вампиров и посмотреть, что он сделает. Он не может их убить прям четко, но он может сыграть мороз. Потому что вот у меня есть пятерка, и он может убить только пятерку казнью. А, он же своих убьет. Нет, он даже моих не может убить. Ну и мороз ему играть невыгодно, я просто скастану командный рок на первый ряд. Это очень много очков. Десятка у меня все всех прикрывает. Так что казни я не боюсь. Так, а теперь боюсь. Стойте. Но у меня есть вот эта штука сейчас меня всех прикроет. Блин, вернул его. Убивай его, двенашка. Спасовал? Ой, как тебя жалко. Так, ну я кого-нибудь верну, наверное. Блин, кстати, он вернул свою штуку, блин. Ха, а у меня же ведьмы. У меня ведьма сейчас подставится под его обилку, серьезно? Ой, блин. И мне нечем прикрыть ведьм. Капец. У меня какая-то карта еще останется, потому что я чудовище играю. Ой-ой-ой. Что же делать? Я, наверное, заберу шестерку, я не знаю. Надо забирать шестерку. Надо было в следующем раунде ее забирать. Я же следующий раунд могу ему отдать. Четверка осталась. Я могу сейчас спровоцировать шестеркой, чтобы он поставил свою семерку. Просто так. Потому что она у него сработает. То есть вот сейчас у него его семерка, которую я боюсь, сработает. И да, все, он отдал ее просто в никуда.
сожалению, мне нету никакой более сильной. Сильного милишника, поэтому я не могу никого воскресить в мили, чтобы еще прикрыли моих ведьм. Что ведьм он может убить одной казнью. Так, а хочу ли я что-то делать в этом раунде? Что я могу вообще самое сильное воскресить? Это беса, да? И это будет шестерка. Мне, к сожалению... Блин, вот тут дурашные эти... А чудовища, потому что у них нет просто никакого добора. У них ноль шпионов, ноль дроу-карт. А, мне еще билка рез. У меня очень много резалок. Я просто боюсь ведьм отдавать. Наверное, Цири просто поставлю пока. Может быть, Цири на две карты его сможет развести. Потому что он сейчас не сможет добрать до моего нужного. А, или может. Как он резнет. А, он резнул восьмерку. Ладно, он смог одной карты добрать. Хорошо, отдам ведьм. Посмотрю, что будет. У меня просто две резалки. Мне надо из него как можно больше карты вытащить. И мне выгодно играть третий раунд, потому что у меня одно существо выживет. Какая у него билка, кстати? Он спасовал? Дурак или что? У него две карты осталось, он пасует в проигрышной ситуации. Ладно. Ну, это обычный чел, то есть не надо было от него ничего ожидать. Чего? А ты что делаешь? Ты кто вообще? Дает плюс один всем отрядам в ряду. А, это не ресалка, это какая-то бафалка. Окей. Тогда ты резни мне кого-нибудь. Беса, например. А, он в руку резает еще. Ну ладно. Блин, ну ни шапка, ни корова мне не пришла. Я вообще недоволен, я бы переиграл. 20 крон. Прошу. Они... Карты тоже. Ширу, он мне Ширу дал. Что? Покчам. Че ты карты не торгуешь? О, у него есть карты, кстати. Но у меня уже есть эти карты, да. А, нет, стоп, что? Лидер? У меня нет этих лидеров. Стоп, у меня не все лидеры собраны? Или это новые какие-то? Мне... Сейчас, я если гляну. Будет... У меня просто, возможно, не показывает то, что они у меня есть. А, чудовище. У меня же чудовище, например, лидер. Все лидеры, да. И у меня у всех, по-моему, все лидеры есть. Стоп, что? Нет тут двух лидеров. И у Скайтелли у меня тоже. Нет, у Скайтелли у меня все. Чего? У меня не было двух карт, серьезно? Прошу. О них. Карты. Ну что? Вот. Чего? Эх. Ах это. У меня реально нет этих лидеров? Гюнтер один. А, стоп, мне надо купить. Это же эти штуки черные. Точно, это же он. Если будешь. Стоп, 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 стоп. Так, кого я купила? Севера и вот этих. Что ты делаешь? Умение, воскрешающий отряд восстанавливает еще один. А, это вот этот, который забагован. И у меня его не было, серьезно. А как я его так пропустил? Это обычная игра, то есть это не DLC даже? Потому что, по-моему, предыдущих двух я собрал вне DLC. Уничтожает самый сильный дальнобойный отряд и... Это DLC-шные, ребята? Серьезно? Их не было, может, в обычной игре? Это же не DLC-шное место. А чё у меня все так размыто? Спасибо, резкость, что вернулась. Этот крайний для трубадур. В городе говорят, какой-то убийца рыщет. А, вот, кстати, этот почему? Парень, Мэрин. Можешь с ним поговорить? Здесь чудовищ нет, одни люди. Но... Ведьмак. Видимо, той, с которой мы общались, тоже тут нет. Ладно, хорошо, я еще до сих пор не раскрыл... Блин, не раскрыл, почему у меня лошадь на карте нет, не отображается. Не раскрыл статуэтку. И пока идеи у меня ноль. Так, еще я хочу с этим купцом поговорить. Может, он знает, как ее открыть? Нет, он ничего не знает. Но второй, если... потому что он, по-моему, переводил мне эти свитки, которые я находил. Может быть, он знает, и что статуэтка делать. Может, это их статуэтка. Это я, кстати, спрашивал, не знаю, почему она не серая. Так, нет, 15 тысяч, пока я не готов платить. Нет, они не знают.
А, я, кстати, нашел вторую плотву на карте. Что она там делает? Плотва, ты воскресла. Ты настоящая плотва. До этого была какой-то псевдоплотва-призрак? Что? Ладно. Плотва вернулась. Запасник, так, еще с кем я хочу поговорить, это с Лютиком, а что он что знает? Вообще он не участвует никак в DLC. Лютик, у тебя есть минутка? Может, он знает, что с ней делает? Ясно, ничего не знает. Увидимся. Все, я нашел, что делать с этой штукой. Короче. Я стал копаться в своем рюкзаке. И вспомнил, что у меня есть куча различных колец, которые я налутал у... когда мы грабили. Я не знал, что с ними делать, я хотел продать их просто тупо кузнецу, пока продал все другие шмотки, мечи и прочий мусор. И прочитал, что здесь можно сделать с ними. То есть можно очень дорого продать или разобрать на составные части. Я, конечно, сразу же хотел вспомнить, кому их можно продать, потом подумал, а на что они интересно разбираются? Может быть, что-то для крафта интересное? И подошел к кузнецу, раз я тут рядом с ним был, я посмотри, чтобы посмотреть, на что их можно разобрать. Я захожу сюда, смотрю, на что они... Так, это не разобрать, стоп, я не туда зашел. Вот, разобрать. И смотрю, на что можно разобрать эти штуки. То есть тут рубины, золотые слитки, серебро, изумруд, бриллиант, золотой слиток. И случайно прокликал эту статуэтку. И... Но в ней нет, к сожалению, чертежа. В ней какой-то ключ и завещание графа Рамилы. Честно, я надеюсь, по этому чертежу я найду то, что мне надо. Кольца я, кстати, пока не уверен. Я хочу их разобрать или просто продать, потому что я не знаю, зачем мне нужны все эти рубины. Но шкуру точно надо разбирать на другую шкуру. Это я помню, укрепленная кожа здесь очень много она дает. То есть она, точнее, если ее просто покупать, она дорого стоит. Ладно, статуэтку я разбираю, смотрю, что за завещание графа Рамилы. Убран предмет, в рюкзак добавлен предмет. Не дадут прямо сейчас почитать? Будь. Там, кстати, на этой статуэтке было написано, что предмет необходим для задания, потому что я в какой-то момент... Мне не дали почитать, мне надо самому искать. Подумал, что из нее ничего нельзя сделать. Но из нее можно сделать. Стоп, это ты? Завещание графа Рамилы. Роберт, сын мой, если ты получил фигурку, значит твой отец покинул эту юдоль слез. Я знаю, что мы годы не общались друг с другом, но пусть содержимое ящика, ключ от которого ты получил, хоть немного возместит тебе это потерянное время. Сокровище ты найдешь в подземелье нашего родового замка Аннернскрон. Твой любящий отец, граф Вальтер и Майя Рамила. Так, и что? У меня появился квест какой-то? Задание дополнено. Темное достояние. Обыскать руины замка Арнскрон. Блин, надеюсь, там будет чертеж. Я там был. Я пропустил там сундук. Так, где я нахожусь? Я уже заблудился. Что и я? Еще я, кстати, потерял свои мечи школы волка. По-моему, я кому-то их случайно продал. То, что я их ни в сундуке не нашел, ни в... у торговца, которому продал. Мог продать, точнее. Что это за место, не помню его. Точно здесь был? Блин. Это супер офигенное место. Я здесь был, да. И самое обидное, я здесь был намного раньше. То есть без записи я здесь все сделал. Блин, здесь очень крутой, кстати, квест был. Это единственное, что вот я забрал, когда еще играл в первый раз. Когда я в основную кампанию проходил, случайно забрел сюда. Не сразу понял, что это DLC, но я здесь все залутал.
Блин, я помню это место, здесь очень крутое, крутые записки были. Я сейчас их найду. Я помню, тут они в двух частях. Я надеюсь, если они не остались, я их найду, я прочитаю сейчас. Жесть, я нашел эти письма оба. И это письма, кстати, того же графа Рамила. Я даже и забыл то, что это они. Это тот, который вот у нас в записке был с этим, и тут он тоже лежит. Вот первая записка. Записи ведутся хронологически, не хватает несколько последних страниц, они вырваны. Ремесло приносит мне определенно больше доходов, чем я рассчитывал. Из последних 7 похищенных целых 5 закончились полным успехом. Отцы твоих мальчиков оказались слишком скупы, чтобы выкупить своих сыновей. Видно, у них больше потомков, и сделка была им невыгодна. Замечание на будущее. Нужно требовать гораздо меньше выкупа от клиентов, у которых есть более чем один потомок мужского пола. Я послал ребят за Анастасией фон Бурман, владетель замка Зюцер, весьма богатый господин, а Анастасия его единственная дочь. Так что обещается выгодная сделка. Ребята вернулись с дочкой клиента уже в ту же ночь. Девочка спокойная, даже апатична. Что-то странное происходит вокруг замка. Тучи воронов расселись на деревьях, окружающих внутренний двор. Сегодня утром их прилетело еще больше. Пропали 2 девки из прислуги. Может, мои ребята с ума посходили? Может, это вороны их заклевали? В этом месте огромная клякса на половину страницы. Погиб один из моих людей. По сведениям остальных слуг, его убили корни, которые выросли прямо из земли. Мои ребята потрясены. Вокруг замка день и ночь воют волки. Выйти за стены — это верная смерть. Мы забаррикадировались, словно в осаде. К счастью, запасов еды и воды у нас в достатке. Может, это какое-то проклятие? Франц, слуга, который командовал отрядом, похитившим Анастасию, повесился. Это наверняка черная магия. Должен поискать какие-нибудь подсказки в замковой библиотеке. Это была первая записка, и там у входа лежала вторая, я помню. Причем я помню, я еще сначала нашел вторую, а где-то внутри нашел первую. Последние страницы вырваны из дневника графа Рамила. Да будет проклят Анастасия фон Бурман, да будет проклят весь их род. Наконец-то я нашел разгадку этой смертельной шарады. Ключ к ней обнаружился в одной из покрытых пылью книг в замковой библиотеке. Фрагмент неразборчив. Эта маленькая змея была помечена лешим. Вот почему это чудовище напало на мой замок. Есть только один выход из этой ситуации. Задушил ее во сне. Она даже не пискнула. Теперь я наконец могу покинуть стены замка. Слава богам. Чудовище ушло в небытие вместе со своим проклятым отродьем. Все это предприятие было кошмарной ошибкой. Хорошо, что сбережения от прежних предприятий сохранились в замковой сокровищнице. Мне нужно нанять какого-нибудь мага, чтобы избежать таких случаев в будущем. Да, это супер крутой квест. Жалко, что я его уже сделал. Записка, помню, лежала где-то здесь, на входе. И где-то он тут был убитый. Под деревом, по-моему. Вороны. Здесь, блин, очень атмосферно было. Такая глушь. И здесь мы дрались с лешим. Точнее, я дрался. Он все-таки пришел сюда, здесь и волки были, и вороны, и сам леший. Блин, это было очень круто. Вот это то, кстати, тот вопросик, которого мне, наверное, все это время не хватало. Подраться с лешим, потому что все эти рыцари очень унылые. Так, где тут вход должен был быть? Нет. Не помню, где тут. Тут, по-моему, была лестница вниз или что-то типа того. Или просто куда-то войти можно. Тут точно, по-моему, где-то можно было войти. У меня же здесь залутано. Блин, ведьмак, не скользи. Да хватит. Блин, я застрял. Нет? Нормально. Может быть, снизу где-то подвал был? Вот здесь, по-моему. Да ладно, страшные звуки, блин, еще остались. Блин, первый раз здесь было супер классно. Это, наверное, мое самое любимое место в DLC. Блин, только я не понимаю. Обыскать руины замка Арнскрон. А, вот же. Что это? Это вход? Нет? А, да, вот. А, ну это винтовая лестница, ладно. Тут, видимо, я что-то не залутал. То есть тут дверь, наверное, какая-то закрыта была. А, блин, тут темно еще. А в чем-то здесь не залутано. Может, здесь не был? Ну, блин, у меня эти же выполнены, здесь же квест был.
По идее, должно быть все выполнено. Все залутано, точнее. А, вот красный стоит. А почему? То есть я... Здесь был сундук, который нельзя было открыть. Я забыл про него? Серьезно? Да нет же, ну серьезно. Впервые я не рад этому звуку. Это все? Реально это все? То есть здесь нету чертежа? Может, он все равно тут есть? Может, я просто пропустил, когда в первый раз здесь был? Блин, да ладно. А? Сундук? Это можно взять, что-то было. Ладно. Блин, это не то. Блин, а где тогда чертеж? Потому что, ну, блин, я уверен, что я его где-то пропустил. Так, не на выход. Так, леший еще раз на меня не нападет. Тут какие-то страшные звуки. Нет, леший все. Блин. Даже не знаю. Ладно, хорошо, я побегу еще по местам, где я мог пропустить его. Может быть, где-то он реально был. Блин, я нашел челов, который играет в... Вообще-то они в Квинт играют, но они какие-то кубики бросают. Еще тут челы разговаривали про ограбление на аукционный дом. Типа то, что это было, были учения. Ну, а другой прервал, типа, какие учения, если тут столько этих телег или еще чего-то. Аукционный дом я пока найти не могу. Не знаю, можно ли в него попасть, но я банально не могу его еще найти. Я забыл, где он был. А, вот, вот здесь вот он был. Что, тут есть что-нибудь? Меня пустят внутрь? Нет, по-моему, я не могу тогда пройти еще раз по этому дому. Может быть, с другой стороны, там, откуда я вышел, из тайного входа, но я не помню, где был тайный вход. Где-то был, по-моему, на берегу. Но мне кажется, нет, я не могу туда больше попасть. Где я должен туда попасть? Там же, видите, лежит один чертеж. Вон, не здесь ли это было, кстати? Эй, седой! То мне, по-моему, я не переходил в воду. Я помню, мы из какого-то домика вышли. Нет, мне кажется, это было все-таки на том берегу. Здесь явно закрыто. Да. Блин, я не знаю, как туда снова попасть. Мне кажется, я все-таки не должен был там его пропустить. Причем он же очень в открытую лежал, то есть он прямо рядом. То есть меня, можно сказать, носом в него ткнули. То есть и второй меч, я не знаю, то ли он дальше, то ли его нет, то ли. Не знаю. Еще, наверное, пойду дальше по сюжету, я уже не знаю, что мне и куда делать, еще куда еще бежать. Слава королю Родовиду! Я хочу еще найти свои обратные мечи волка. Не помню, кому я их продал случайно. Приветствую! Тебе может? Да, вот они. Но я случайно их продал, верни, чел. Будь. У нас огромные деньги, ну ладно. Так, и лопату я до сих пор не затестировал, потому что врагов, блин, нету. Всю карту вырезал. Врагов ноль. Даже не знаю, где их можно прям специально найти. То есть вот мне, например, я помню, для крафта чего-то там нужны перья. А перья это, по идее... гарпии, которые на скеллиге. Но у меня, к сожалению, все скеллиги выразено. Ничего не осталось. Блин, я реально не знаю, где мне найти врага, чтобы на нем протестировать мою лопату. Видим только дальше по сюжету. Но дальше по сюжету, мне кажется, я только серебряным мечом буду драться. А я и нашел, блин, чертеж серебряного меча змеи. По-моему, его реально нет. Ну и... То, что мне еще 40-й уровень нужен для этого сета. Может быть, он рано? Может быть, это вообще в следующем DLC я найду? А может быть, он... Ладно, нет, не знаю. Без понятия, где его искать. Надеюсь, что он будет просто дальше по сюжету. То, что я нигде не пропустил.
Также еще надо у этого торговца 15 тысяч потратить, посмотреть, что он даст. Потому что вообще вот второй уровень, который 10 тысяч стоит, мне абсолютно оказался ненужным. То есть, да, я юзаю броню среднюю, которая 10 тысяч стоит. То есть не 10 тысяч, которая средняя, а баланс. Но это единственное, что у него полезно. То, что в основном я бы, наверное, кидал на мечик какие-нибудь бафы, но на мечик очень мало бафов. И один из них у меня, кстати, с адреналином до сих пор не разобрался, почему он не работает. Но, возможно, он не работал, потому что нужно именно стальным мечом драться, а не серебряным. Кстати, какая-то записка. Уведомляем, что канал Оксенфурта закрыт до последующего распоряжения. Подписан полковник Альхберт Хохенхолл, второй полк риданских стрелков. Ну, это да, это, короче, тоже как к жабке нам тоже запретили ходить. То есть не у жабки, я думаю, этот чертеж. Ну, тогда я не знаю, где. Может, у кого-то продается тоже. Что я у кого-то не купил. Не знаю.